Владимир Алексеев знает, что такое стабильность. Вот уже 32 года он трудится слесарем, примерно столько же в статусе счастливого семьянина. Работа в коммунальной сфере – это не про спокойствие, рассказывает мужчина. Приходилось и в ночь выходить, и сутками работать. Но все не зря, а ради комфортной жизни в городе-миллионнике. Домочадцы все понимают и поддерживают. Ну, они уже привыкли. На первое время все равно как-то? Ну, да. Вроде где был, на аварии. Жильцам помогать, чтобы они, себя чувствуют лучше. Более 15 тысяч коммунальщиков ежедневно трудятся во благо родного края. Их утро начинается с первыми лучами солнца, а порой и того раньше. Выходные – это роскошь. Каждое третье воскресенье марта в стране отмечают праздник – День работников жилищно-коммунального хозяйства. В народе коммунальщиков часто называют бойцами невидимого фронта. Специально к профессиональному празднику телеканал «Самара ГИС» подготовил фильм, в котором Самара открывается с другой стороны – внутренней. Что и кто стоит за процветанием родного края, зрители смогут увидеть в ближайших эфирах. А первыми это сделали сами коммунальщики. Я чувствую, что и мы вместе с ними решаем те задачи, и, естественно, уровень ответственности, а если это уровень ответственности, то это уровень появления хозяйского отношения к делу. Поздравить их с предстоящим наступающим праздником, пожелать всем здоровья, семейного благополучия, ну и каждый день работать как последний для того, чтобы жители, еще раз подчеркиваю, не чувствовали в том, что они вдруг забыты работниками коммунальной сферы. Доблестных работников ЖКХ торжественно наградили. Глава города Елена Лапушкина обратилась к ним со словами благодарности. Большинство сотрудников сферы ЖКХ, конечно, являются профессионалами, готовыми справиться с задачами любой сложности, готовыми работать в любых условиях. И я вас за это искренне благодарю. И для меня честь награждать людей, которые проявили себя в этой тяжелой профессии. С каждым днем Самара становится краше, преображаются парки, скверы и площади. Чище и ярче становятся городские улицы. Жизнь в огромном мегаполисе заметно улучшается по качеству. Эти перемены не остаются незамеченными. Горожане видят их благодаря стараниям целой команды профессионалов. Мария Левина, Максим Гусев. События.